Неизвестная страна Тибет и Гималайские горы становятся ближе для жителей Десногорска. 10 июня в выставочном зале историко-краеведческого музея состоялось открытие выставки художественных фотографий, посвященной самой высокой горной системе планеты. Неприступные холодные холмы, глыбы льда и остроконечный пик самой высокой в мире горы Эверест. Таинственная и далекая земля, которая будоражит воображение и рождает самые невероятные легенды. О горной системе Гималая, о народах, скрытых за вершинами ее хребтов, можно узнать подробнее благодаря выставке под названием «Гималайя Тибет». Это уникальный научно-творческий проект, созданный сотрудниками международной общественной организации «Центр духовной культуры города Самары» во главе с ее президентом Юрием Рудичевым, главным оператором, а также автором большинства фоторабот. Выставка включает 96 фотоснимков, в которых отражены 12 лет путешествий по высокогорным районам и населенным местам Непала и Тибета. В каждой работе взгляд художника на малоизученный уголок Земли, попытка передать зрителю выставки представление о людях Непала и их культуре. Они достаточно преисполнились в культуре, в религии, возможно. У них богатый внутренний мир. Захотелось, конечно, побывать в Непале, посетить эту прекрасную страну Тибет. Эта культура, в ней что-то есть. Окунуться в мир высокогорья и традиции Востока можно будет до 30 июля. Именно столько продлится выставка «Гималайя Тибет» в городе Десногорске. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев. Десна ТВ.